Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня поделиться с вами небольшой своей покупкой. Вы сейчас видите ее перед собой. Это посылочка, которую я получила вот буквально только что на почте. И эту покупку я сделала в интернет-магазине crossville.ru. Нашла этот интернет-магазин через Инстаграм, кто там подписан и следит за событиями мира вышивки крестиком, ну, невозможно пропустить этот магазин. И вот они периодически балуют нас очень клевыми и замечательными новинками, и одна из таких новинок лежит вот в этом замечательном пакете. Пакет, как вы видите, оформлен замечательно, грубая оберточная бумага, приветственная надпись «Екатерина, приятной вышивки», шнурочек двухцветный, печать, на которой написано «For you». Ну и прекрасные, милые, приятные марочки, которые тоже радуют. Я обычно, знаете, как получаю на почте посылку, и все, мне не терпится, мне надо вскрыть, открыть, посмотреть на обложку набора, то есть не распечатывать набор, но распечатать посылку. Здесь я полиэтилента разорвала и смотрю внутри вот такое чудо. Ну и, конечно, мне захотелось поделиться с вами, показать все вот это, вот рассказать и открыть ее на ваших глазах. Итак, разрезаем шнурочек. Да, всего один наборчик. Ладно, не буду томить. Это вот такой вот такой лис. Точнее, подушка для... Не подушка, а заготовка. Полностью вся заготовка. Набор для изготовления подушки с вышивкой вот такого замечательного клевого лисенка. Давайте откроем набор и посмотрим, что же входит в комплектацию. Итак, перед нами набор для изготовления подушки Pillow Kit Cross Stitch с использованием декора в виде вышивки крестиком от фирмы Luka S. Первый раз я держу вот этот вот набор этой фирмы в руках и очень-очень надеюсь, что они меня не разочаруют. Итак, значит, мы видим, что подушечка двухцветная, основная вышивка идет на равномерки бежевого цвета, и потом все это декорируется нежно-голубой тканью. Итак, что мы видим в комплекте? Во-первых, ниточки для вышивки, рассортированные по панелькам. Очень классно, здорово. Еще с такими панельками не работала. Интересно будет попробовать. Дальше мы видим равномерочку. Равномерочка Цвайгард 25-го каунта. А, все сколото булавочкой. Так. 25-го каунта, канва Фейн Флоба почему-то написано, не знаю, что это такое. Крупноватая, но для текстиля, для вот такого вот домашних таких вещей это просто замечательно. Цвет красивый, не мышиный, какой-то такой не противный, а очень такой приятный пшеничного оттенка цвет. Ну и для отделки вот такой вот кусочек, мне кажется, это тоже равномерочка, но это преступление, товарищи. Красивого такого сине-зеленого оттенка. И молния. Все, все, что надо, абсолютно все есть в комплекте. Подушка будет размером 40 на 40. Давайте посмотрим еще, что интересного написано у нас в схеме. Гарантийный талон. Вообще первый раз встречаюсь с таким документом. Ну, интересно. Так, схема черно-белая, отлично. Очень люблю черно-белые схемы. Мне с ними работать проще. Ну и есть какое-то совсем очень кратенькое описание изготовления подушки. Ну ладно, с этим совсем я думаю, что мы разберемся потихоньку. Инструкции по вышивке подушки, по сшиву подушки пока не особо вижу, но остальные материалы, которые есть в комплекте, очень и очень и очень радуют.
Итак, повторю, это комплект для изготовления подушки с декоративным украшением в виде вышивки крестиком вот такого замечательного лисенка. Ой, мне сейчас, знаете, как захотелось купить в пару к нему набор от Dimensions, там тоже лисичка или лис в лучах света. Ой, мне кажется, это все будет классно так вместе смотреться. У Майки, у дочки моей в комнате кресло темно-серого цвета, и вот такая подушка будет очень классно с ним гармонировать и более того оживлять. В общем, все, я счастлива, рада, спасибо Кроссвилл. А еще отдельное спасибо за то, что Кроссвилл вкладывает совершенно бесплатно в свои наборы бесплатную, извините за тавтологию, бесплатную схемку замечательного креативного чайничка тире игольницы. Схемка небольшая, работа интересная, яркая, я обязательно ее вышью, даже знаю, куда уже пристрою. В общем, вот такая вот двойная у меня радость сегодня, отличный набор, недорогой. Что еще сказать, я счастлива. Я разучилась снимать видео за то время, пока я не снимала, практически целый месяц. В общем, не надо выходить из строя. Спасибо вам всем за внимание. До скорых встреч. Пока.